Денежные средства, драгоценности, компьютерная и бытовая техника стали добычей серийных воров в Кумтаркалинском районе Дагестана. Там сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в совершении серии краж. Злоумышленники забирались в частные владения ночью. Увидев пустующий дом на окраине села, они проникли в частный дом путем отжатия пластикового окна и украли сейф, в котором хранились деньги в размере 150 тысяч рублей и золотые изделия. Они же в другом доме украли два ЖК-телевизора и иные электроприборы, причинив ущерб в размере 30 тысяч рублей. Ворами оказались четверо молодых людей из Буйнакска. В содеянном преступники сознались. Расследование уголовного дела продолжается. Я признаю свою вину. В содеянном осознаете? Да. Раскаиваетесь? Я раскаиваюсь. Вы один раз попадались по закражу? Ну, попадались. Почему второй раз совершили? Ну, второй раз совершили, да, как бы сказать, при друзьями, да, как бы, ну, так получилось, да, с друзьями, да, как бы бываешь, и друзья делают такого, и тоже, получается, делаешься, да.